Ранее возвращаются. Вроде бы трое застрелились. Один по случайности офицер. А, один по случайности застрелился? Да, один по случайности. А как произошло, не знаете? Он, то есть, он в окопе находился с автоматом, то есть, оружие он из рук боялся выпустить. И, получается, лег спать на предохранитель, не пытался, и в результате ночью, пока спал, застрелился.